самое сердце жилого комплекса Новомолоково. Есть пешеходные дорожки, которыми активно пользуются мамы с колясками, а по бокам метровые заросли травы. С одной стороны, траву все-таки скосили по просьбе местных жителей, но всего лишь наполовину и оставили все в неопрятном состоянии. Уже неделю об этом говорим, и рабочие вокруг стригут, а эти говорят, что нам ничего не говорили, не будем стричь. Только вчера его только начали стричь и половину бросили. Что интересно, буквально в 200 метрах от этих зарослей зеленая территория облагораживается, но она находится в ведомстве управляющей компании. А эта земля пока еще принадлежит застройщику. Эту ситуацию надо экстренно решать. Обращалась в администрацию. Администрации было послано письмо депутату. Депутат решал вопрос. Окраина жилого комплекса Новомолоково. Здесь ситуация с зарослями еще хуже. Трава достигает человеческого роста. Вместе с тем рядом находится детская площадка. Также здесь проложена пешеходная дорожка, которая связывает ЖК и центр города. Там густая крапива. Не крапива, там вообще, а как или беда. Все там есть. И пожар, вот сейчас сушь такая стоит, там вообще пожар может быть. За этой высокой травой вообще никого не видно. Даже небезопасно, да? Да, конечно. Вот маленького ребенка сейчас затащит туда, и все, и никто ничего не увидит. Вот так, рот заткнут, и все. Нет, ее обязательно надо косить. И семена идут от нее. Зачем это нужно по всей территории будет? Проблема решаемая и очевидно, что не затратная, просто необходимо, чтобы на нее обратило большее количество людей. По району дежурили Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.